Прошел первый раз ад наш. Заработал абсолютно все секретки, которые в аду есть. И нашел все руны испытаний, естественно. И сейчас, после того, как мы в аду побывали, мы возвращаемся к себе обратно. В наш аргенкомплекс. Который, в скобочках написано, уничтожен. И сейчас из-за того, что врата между адом и обычным миром, да, открылись тогда, из ада я выбрался, но при этом все равно ад на Земле есть, точнее, на Марсе. Потому что... Арген, башня уничтожена. Вот. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем колодцем. Вы вернулись в единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Возможно, у вас есть выход. Даже не поздоровался. Бывает, Дрю. Здорово, Реш. Доберитесь до терминала, и мы предоставим вам информацию. Ну, собственно, как-то так. Здесь у нас полная жопа в реальном мире. Полную жопу. Так, ну-ка, убейте 5 демонов бензопилой. Окей, соберите журнал данных. Окей. Убейте летящего ревенанта. Это будет сложно. Хорошо. Только холодильник не убирай. Салат. Не убирать? А нахрена? А? А нахрена? Значит, я сейчас... Все, ребят. Так, убить летящего ревенанта, наверное, будет тяжелее всего сейчас здесь. Кстати, я сразу вижу статуэтку сверху. Not bad, not bad весьма. Так, так. У меня есть 5 прапов оружия, что я хотел сделать? Демон, убитый точной стрелой, взрывается, нанося урон ближайшим демонам, забавно. Это мы проходим в процессе. 6 ствола закрыто пока что. Здесь у нас убить нескольких демонов одним выстрелом. Супер дробовика 30 раз. Здесь тоже пока нет ничего. Ноги. Пока еще оружие тогда храним. Улучшение оружия. Пока еще ждемся. Так, знание силы первое собрано. Я очень надеюсь, что здесь изначально никаких секреток нет. Типа прохода на первый уровень. Ну, точнее, на уровень первого дума. Но мы сейчас будем Круто. За что люблю его Doom, вот Doom, за очень-очень-очень красивый графен. Ха, рунное испытание, забавно. Хм, как о демон, забавно. Зенка как о демона, тоже забавно. Скучаю я, когда можно было вырывать глаза и, собственно, швыряться глазами. Так, подожди. Ведь, ну, мне надо немножко уменьшить чувствительность мышки. Факт. Скорость обзора мышью 2,2. Так получше будет. А, точно, у меня же дабл джамп есть. Ё-моё, я забыл совсем уже. Окей, я совсем с ума сошел и забыл про дабл джамп. Я так понимаю, что я как раз сейчас могу забраться к человечку, к тому. Возможно, я даже сюда не должен пока проходить. Хотя... А может, я как раз сюда и должен про... Блин, я походу как раз сюда и должен проходить. Фак. Я-то думал, я умный. Человечек прямо вот тут. А, нет, вру. Он прямо внизу от меня, вон там. Окей, не вопрос. Найс, собрался. А что мне даст забирание еще выше? Почти ничего. Окей. Так, нет, подожди. О, во, человечек. Привет. Not bad. Даже мультикация будет нахватить тоже. Дрю, ну ты же остался орешком.
Ты, конечно, дрю теперь, но ты скорее орешек, а уже потом через слэш дру. Дрю. Поэтому удивляться в этом, собственно, нечего. Угу. Волосы невкусные. Угу, факт. Так, ладно, здесь я больше ничего не забыл. Секретку я достал. Видимо, мне действительно надо сюда наверх теперь. Достигнута контрольная точка. Мне таки в натуре сюда наверх надо. Есть главный вопрос вон в том рунном испытании. Честно говоря, до него очень хочется дойти. Так, спать. Опа-па, мне засчитали второй прыжок. Лол. На какой миллиметр я только что попал, я даже не подозреваю. Но этот конкретный миллиметр меня только что спас. Хотя контрольная точка была только что достигнута, но тем не менее. Лучше не умирать все-таки. Меньше умираешь, лучше умираешь. В смысле, хорошо. Такс. Да, блин, у меня снова отняли прыжок. Да что ж за бред-то? Он считает, что я как бы падаю с обрыва и только, ну, типа, после падения с обрыва начинаю делать дабл-джамп. Что неверно. Неверный. Паркур неудобный. Лучше, чем, конечно, в Prey, но тем не менее. Я не уверен, что я вот так вот сумею допрыгнуть. А, не сумею, смотри. Окей, не вопрос тогда. Я все могу. Я у всех могу. Так, я думаю, что до руна надо все-таки попробовать добраться, реально. У меня только что сейв был, так что пофигу. Ага. Я понял. Чирно в свое время объяснял, что в игре есть такое понятие, как пролетание высоты определенной. Если я пролетаю определенную высоту, игра считает, что я падаю с обрыва и убивает меня. Даже если в конце этой высоты есть что-нибудь полезное. В данном случае руна, до которой я не могу добраться, потому что пролетая определенную высоту, я умираю. Прикольно. Нет. Ладно, если я вот сюда вот прыгну, невидимая стена, прикольно. Так, там невидимая стена, на трубах, по трубам я забраться не смогу. Окей. По перилам ты скатываешь. Да я понял, но еще я по перилам скатываюсь. Я же не виноват. Фу, шикер, он скатился. Так, значит, здесь мне делать фактически нечего. Я должен на эту руну как-то с другой стороны буду тогда добраться. Главное про эту... Руну не забыть. Ладно, бог любит троицу, да. Угу. Все, три раза сдохли, хватит на сегодня. Пользуйтесь F1 и F2, чтобы переключать предмет снаряжения. Прикольно, я не знал даже. Я никогда предметами снаряжения, собственно, не пользовался, поэтому не знал. Так, ладно. Почему-то мне кажется, что здесь внутри что-то может быть. Но до этого что-то внутри нельзя добраться пока что, по крайней мере. Окей, пойдем по-честному. Пойдем так, как игра хочет, чтобы я пошел. Так, стоп. Здесь ничего нет. Ага. Так. Здравствуй, броня. Отлично. Броня теперь есть. Весьма неплохо. Так. У меня жетончик всего один. Он мне пока не особо сильно нужен. Левел реально космический какой-то. Окей, ну погнали дальше. Значит, это так. Ахалай. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса.
Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня альфа. Готово. Ну, это было легко, на самом деле. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Зашибись. А, это, по-моему... Я включу питание поезда, чтобы вы доехали. Да, это на поезд нужно. Вам понадобится корпоративная карта доступа УАК. Рядом есть пост охраны. После поезда мне сюда уже придется идти. Окей, ну, не вопрос. И, по-моему, кстати, я не помню, то ли на поезде миссия заканчивается, то ли сразу после него. То есть в этот раз еще и по поезду успеем попрыгать. Такс. Где-то здесь были данные. Вот данные. Что у нас еще здесь есть? Пока больше ничего. Окей. Я знаю, что впереди есть рунка. Вот она. Так, где впереди была? Вон там вот рунка. А там наверняка еще мясо будет. Пока кроме мяса мне здесь ничего не надо. Шлюз. А, ну или до него. Такс. Убить пятерых бензопилой. Окей. Чем меньше у меня сейчас будет враг, тем проще его будет... Это был ни хрена не маленький враг. Вот, отлично. Так, бензопилы поубивал. Теперь бы мне вот этого ревенанта в воздухе убить, кстати говоря. Очень пригодилось бы. Вот, блин. Почти! Ок. Это было неплохо. Не, ну хреново, конечно, но неплохо. Так, ревенант. А ну взлети нахер. Так, где он? А, я его не добил. Фа! Я думал, я его сейчас волной добью. Блин, а. И я его убил просто от ракеты. Фа. Ауч. О, еще один. Найс. А давайте не убью так быстро. Такс. Ну, я думаю, что с двустволки он теперь должен умереть. Почти. Я понял. Давай еще разок. Прыжок, прыжок, Молодец. Хорош. Испытание пройдено. Это радует. Теперь вопрос, как мне... Я оказался в полной жопе. Как мне подняться обратно наверх? Если я сверху так случайно выпрыгну. Так. Ать. Эть. Найс. Знакомый до боли уровень, правда? Да! Я реально вернулся абсолютно в ту же локацию, в которой был, и в которой я уже по секреткам петлял. И здесь первый раз я нашел супер дробовик. И вот здесь вот в прошлый раз была секретка, когда ты проходишь. В этот раз никакой секретки здесь нет, к сожалению. И прохода здесь тоже нет. Возможно, это проход в старый дум, хрен его знает. Такс. Ау. Оу. Это было быстро. Окей, не вопрос. Патрошки. Да, здесь теперь не супер дробовик, здесь просто припасы валяются. Хорошо, хоть валяются. И на том спасибо. Так, 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 да, так. Мне, кстати, надо на ту сторону, насколько я помню, чтобы рунное испытание открыть, да? А, где у меня та рунка-то? А, подожди, то рунное испытание у меня вообще вот здесь. То есть мне надо вот сюда, блин, мне надо обратно наверх. Обратно наверх и пройти по кругу, чтобы рунное испытание достать. Шаг, рычаг пропустил, он прям на виду был. Серьезно? Прям совсем рычаг? Секунду, ребят, что такое? Такс. Где был рычаг, Лоу? Я что-то совсем не видел. Наверху там? Если это так, то это, по идее, рычаг, открывающий какую-то секретную локу, по идее, с... Дума.
Здесь его на виду я не вижу. Хочешь спрятать что-то хорошо, спрячь это на виду. Но здесь нет никаких именно рычагов. Пушку пропустил. То, что я пушку пропустил, это не важно, потому что эта пушка у меня как бы уже есть, понимаешь? Если эта пушка не подбирается, значит у меня есть уже или пушка, и максимальный патрон к ней. Но я не вижу никакого рычага. Нет, как ты шел вдаль? В смысле, здесь? Здесь тоже рычагов никаких нет. Это не рычаг, это просто палочки какие-то светящиеся. Тебя же нельзя нажать? Нет. Не, слушай, Лоу, я не вижу никакого рычага. Нет, это оказалось подъем. Ага, ну вот, хорошо. Значит, разобрались. Так. Мне надо по-хорошему теперь попасть вон туда наверх, откуда я только что случайно упал. И меня хрен кто туда впустит, я так подозреваю, да? Вопросы. Каким раком мне наверх попадать? Так. А если мне нельзя... Да нет. Здесь должна быть возможность бэктрекинга такого. Не может быть такого, чтобы мне нельзя было больше наверх попадать. Это ж бред. По идее, любой уровень в Думе должен быть доступен в любой момент. То есть, если я захочу, допустим, вернуться и что-нибудь допройти, перепройти. Ну, по идее, должен быть доступен, а там хрен его знает. Ага, текстурки! 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 Так, я понял, эта текстурка роль не играет. Как бы к тебе добраться, жопа-то такая? Там берсерк есть еще внизу. Может, здесь? Нет. Слушай, если реально наверх нельзя забраться, я буду очень сильно расстроен, честно говоря. Я буду в печальке, я буду очень сильно огорчен. Ну вообще я не вижу ни одного способа серьезно забраться наверх. То есть мне как раз вот сюда сейчас и надо. Вот этот вот проход, он ведет к руне, да, непосредственно. И я не вижу ни одного долбанного способа туда попасть. Мне, походу, загружаться сейчас придется. Если я уже оттуда случайно упал, да, то... И туда больше никак не попасть. То надо загружаться и пробовать допроходить туда. Я не могу даже на этот камень забраться, блин. Который наверху. И на этот тоже. Он за них не хватается, они не считаются. Зашибись, упал. Так, сакейна. Биби, ребят. Ну, если уж на это пошло. Давай тогда немного бить врагов. На-на. Эх, хорошо эти, блин, улетают с кулака с одного. На-на. Просто в прыжке на изи, одним ударом. Воу, что-то было. Неважно. На-на. А как же лицо разорвать? Вот типа того, ладно. Не лицо, конечно, но тоже прикольно. Такс. Окей, поберсерчил немного и будет.
ничего. Одним берсерком вполне себе справился. Так. Я опустился прям на самое днище плохое. И к своему сожалению, я не вижу ни одного способа попасть обратно наверх. Это хреновато. Не, ну ладно, туда наверх можно наверняка попасть вот отсюда как-нибудь. Хотя не факт. Не, не хочет. Ладно, по крайней мере, я просто посмотрю, что тут да как тут. Я, правда, отправляюсь еще дальше на днище, но такое бывает, видимо. Блин. Чуваки, вы не очень от слова совсем, как от демона хреново. Да, меня просто как от демон сожрал. Охренеть, он центр меня нафиг откусил. Падла. Не очень. Такс. Это будет уже вторая руна. А мне бы еще до первой добраться. Здесь весь переход, весь комплекс, по которому я мог добраться тогда, да, изнутри, он уже разрушен, поэтому изнутри я добираться ни до чего не могу, к сожалению. Так, ладно, здесь, допустим, есть подъем. Окей. Наверх, откуда я случайно упал, я забрался. Ок. Возможно, все-таки есть какой-то способ. Какой-нибудь очень глупый. Ах, но возможно, чтобы я забрался туда именно наверх. Так, игра, подскажи мне глупый способ забраться к тебе наверх туда. Угу. Достаточно глупо? Я думаю, да. Окей. Значит, наверх еще заберем. Сейчас главное по низу пройтись. Не сдохнуть от этих гребаных академонов. И все будет зашибись. Интересно, куда я шел в прошлый раз? Я даже не могу сейчас пройти туда, куда я шел в прошлый раз. По-моему, это было вон там внизу, да. Надо сейчас туда будет сходить. Но, рунка. Соберите все 15 адских реликвий и достигните алтаря за отведенное время. Окей, да, посмотрим. А бустом? Буст? Ну, кстати говоря, может быть, бустом и можно. Но он работает не так хорошо. Понимаешь? Буст тебе не дает фактически еще один прыжок. По сути, конечно, да, но по факту тебе буст еще один прыжок просто так на халяву не даст. Да нормально все, что ты на меня пикаешь, блин. Эти... Фак. Да, забывай постоянно, что здесь, блин, нельзя... в полете менять свое направление. Полет, к сожалению, сделан так, чтобы... Если ты уж начал прямо прыгать, то, чувак, извини меня, но прыгай прямо. По-другому никак. Оу, блин, опять заскользнул. Да что ж такое-то? Здорово, Синдарин. Нет, я тебя пройду, падла. Надо попробовать вообще одним прыжком, что ли, там прыгать. Один прыжок вроде как тоже работает. Да, вполне тебе даблджамп здесь вообще не нужен. Хватит меня пикать. Да! Бесит! Он не может справа или слева ухватиться за эти гребаные скалы.
Это бесит больше всего. Вот здесь, ладно, он еще может ухватиться. Окей, я потерял там полсекунды, но хрен с ним. Почему он там ухватиться не может, это большой вопрос. Криворучка хреново. Я, кстати, походу все время забывал вот эту реликвию, которая финально была. И я сейчас не успею, потому что... Ведь, вот, видите? Вот он просто не может ухватиться. Мат. Добывать синдарин, блин, особенно в таких испытаниях. Когда ты играешь за криворучку хренову, которая ухватиться даже не может за край. А нахрен с ним, я буду дабл джампом прыгать даже. Но не сейчас, вот сейчас. Ура, слава яйцам, блин. Улучшает управление при движении в воздухе после двойного прыжка. Вау, нахер, мне это очень сильно надо. Жопа. Ну, по крайней мере, по идее, это была седьмая руна, которую я прошел, а значит, я еще одну руну могу в себя поставить. И это уже хорошо. Так, да, есть еще одна руна. Я не знаю, улучшать управляемость в воздухе? Да хер бы с ней как бы. Вы выполните зверское убийство быстрее, либо с большего расстояния, либо предмет снаряжения становится эффективным, либо демоны дольше остаются оглушенными. Давай пока с более длинного расстояния, с более дальнего расстояния убивать. Демонов, но... Так. Где эта глупая идея, которая приходила ко мне в голову? Ага, она, по-моему, здесь наверху. Так. Вот. По-моему, меня рады здесь видеть. Да, видимо, очень сильно рады. Так. Ты неинтересный, нифиг. О, стоп, 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 оп. Секунду. Спасибо. Порвано. Надо не забывать, что мне надо еще дробовиком насквозь убивать. Сквозное убийство с дробовика тоже, собственно, считается. На прокачку дробовика. Это то, куда мне надо, или мне надо выше? По-моему, мне надо выше, да? Да, мне надо выше. Так, чтобы пройти еще выше, мне надо сделать... Допустим, вот, сволочь. Да, твою мать. Чё ж ты соскальзываешь-то так, падла? Он не может ни зацепиться туда, ни нормально стоять там. Стоп. Ах. Не получается. Не получается. Так, я не... А, джамбуз, давай попробуем, действительно. По-моему, не получается. Все равно. Надо немного вперед. А, нет, смотри, получилось, окей. Такс. Твою мать. Не. Не прокнуло. Такс. Хорошо. Он не цепляется за эту трубу. Подонок, а. За эту трубу конкретно он не цепляется. Так, ладно. Да, попробуем другим способом. Но! Да, господи, что ж ты кривой-то такой, зацепись. Охренеть. Так, давай попробуем вон оттуда сейчас джамбустом. Вам же патрона хватало.
Оп. Лицом ударился. Да здесь не мудрено, на самом деле, лицом удариться. Скорее вот отсюда надо в прыжке делать. Тять! Почти. Блин, ну вот совсем почти. Но он не хочет. Тыщ, ну нафига? Теперь, когда у тебя 160 пи, то качество звука ухудшается раза в 5. У меня интернет больше 160 не тянет, а это звук уши режет. Сорян, Свекман, что поделать? Сори, но вот я с ним сейчас сделать ничего не смогу, Свекман. Подожди, есть ли разница? Так, чуть-чуть. Так, сильно. Так. Оп. Эть. А второй прыжок не подействовал. Окей. Не, блин, реально, походу, я туда просто никак попасть не могу теперь. Я уж даже джамбустом пытаюсь, да, но он, ну, не достает ему, не хватает просто банально. Я думал, что вот отсюда можно, да? Но он даже сюда не ходит. То есть, по сути, тут даже вот-вот-вот специальный проходик есть. Но он даже там не хочет джамбуститься нормально. Твою мать. Просто не хочет. Возможно, еще ресет придется. Вот он начинается. Вот отсюда явный такой проход начинается. Просто вот явнейший. На игре на это пофигу. Ей! Фух, слава яйцам, мать, перемать. А, спасибо, Ней. Хорошая подсказка была про джамбуз, действительно. И наконец-то я теперь смогу до той руны пройти. Пипец. Ну или почти смогу. Здесь невидимая стена. Прохождение через трубу. Серьезно? Он не хочет карабкаться на нее. Здесь, походу, тоже джамбус придется использовать. У меня патрошков-то мало уже. А! Тут невидимая стена! Вы что, совсем охерели, что ли? Серьезно? Так, подожди. Серьезно? Здесь невидимая стена теперь? Да, здесь невидимая стена. И как, спрашивается? Только с той стороны, реально? Ну, видимо, он доступен только с этой стороны, на самом деле. Сюда обратно я уже не заберусь. Здесь невидимая стена, я тоже это уже проверил. Значит, на эту руну можно попасть только с самого начала, прыгнув откуда-нибудь, как-нибудь. Хер его знает, как вообще. А рокет-джампы нельзя, они здесь, к сожалению, не считаются. Можно еще вот так вот попробовать сделать. Тебя иногда вот эта вот фиговина подбрасывает весьма некисло, но тоже нет. В принципе, я представляю, как это заново надо сделать. А по трубам справа, что тебе внизу? Я пробовал, там невидимая стена. И по этим трубам я тоже пробовал. Полный бред какой-то. Ладно, по крайней мере, я себе пушку Гаусса только что восстановил. Подожди, я попробую пройтись все-таки назад. Так. С первого раза получилось уже неплохо, уже прогресс. Возможно, эту хрень что-то открывает?
Да не, вряд ли. Ты просто не можешь ее перепрыгнуть. Вот, видите, ну просто вот совершенно спокойно полностью проходил. Но невидимая стена. Так, ладно, допустим. Иди сюда. Допустим. Так, сюда можно забраться так. Сюда можно забраться вот так. Ну, почти долетаю. Вот так. What the fuck? Почти долетел. Причем долетаю даже донизу скорее. Возможно, там снизу можно пройти откуда-нибудь. То есть там внизу была какая-то херня. Возможно, оттуда снизу пройти можно как-нибудь. Но вопрос, откуда опять же снизу? Если снизу. Это не дает. Ау. Мои колени. Такс. Если на тебя есть какой-то проход там снизу... Может быть, имеется в виду проход вот этот? Я зря на самом деле стараюсь. Отсюда как-нибудь наверх? Так, подожди. 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 Вот. Хорошо. Но если даже имеется в виду проход снизу, то я фиг знает. А может быть действительно надо вот отсюда прыгать, потому что здесь даже вот так вот этот ящик, он как бы страховку исполняет. Страховочное место. А может здесь рычаг какой-то есть, а? Нет, тут все невидимые стены. Ну, в итоге вопрос. Каким раком мне попасть вот сюда сейчас наверх? Если только по этой трубе каким-нибудь раком. Но он не хочет на нее запрыгивать. Она слишком высоко. Угу. Эта труба слишком высоко. Даже я если отсюда напрямую. Ха! А не должна ли эта джамп-платформа работать? Наверное, нет, да, она была. Она работала в прошлый раз, а в этот раз она не работает, типа. Тоже скорее нет, чем да. Наверное, нет, да. Наверное, это не торт. Хотя, по сути, будет рычаг какой-нибудь. Включающие эти платформы, было бы очень прикольно. Но здесь никакого рычага нет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Как же тебе достать-то, падла? Не! Фэр. Может, там ухватиться за что-нибудь можно? Я даже не знаю. Сейчас. Я просто не хочу на эту руну забивать. Я ее в прошлый раз, по-моему, так и не нашел, как достать. Нет, слишком высоко. За трубу он цепляться не хочет, за красную. Я по красной трубе прошел без вопросов. Но цепляться он за нее не хочет. Как, так же, как и карабкаться на нее. Вот, ну и вот явно, но нет, не хочет.
В итоге, походу, это рунное испытание можно пройти да, реально только с самого начала. По поводу рычага тут есть картинка. Какая понятная картинка, слушай. Я даже не знаю, где это еще. Просто ломать лица проще, чем паркурить? Да не, это факт. Я хочу долбанную руну. Неужели я так много упрошу, блин? Меня на эту долбанную руну никто пускать пока не будет. Такс, давай-ка мы немного умрем. Мне надо патроны, собственно, свои пополнить. Попробуем с другой стороны. Я думаю, я могу попробовать еще разок с другой стороны пройти. В принципе, патронов хватает. Если все делать грамотно, то и прыжок там может быть. Главное, чтобы хватило дальности прыжка. И вот с дальностью как раз возникают большие проблемы. А также с сейвом, который непосредственно здесь находится, да? Такс. Хорошо. С первого раза сюда пройти это уже неплохо, в принципе. Я думаю, что надо реально с самого начала проходить. Так, шлюз. Так, сюда можно и просто так. Сюда только джамп-бустом. Так, отсюда я прыгал вон оттуда, да? Собственно. Туда наверх я уже, по идее, не запрыгну. Мне надо каким-то раком долететь до вон той рунки. Почти. На горе за силовым полем, из которой торчат белые трубы. Ок. Я здесь еще ничего силопольного не видел, Ней. Слушай, а там, где ты смотришь, там не сказано случаем, как мне до той руны добраться. Потому что, по сути, я знаю, что до той руны добраться-то можно. Причем, даже не особо напрягаясь, как я. Я практически в этом уверен. Все-таки здесь разработчики более-менее люди. И они понимают, что далеко не многие знают, что такое джамп-буст, и умеют им пользоваться. Я-то о нем узнал только о спидранах, блин. Я даже не знал, что такое есть. Вот, а как уж проходить исключительно им? Это вообще забей какой-то. От невидимой стены? Вот здесь я вообще в шоке сейчас был. Вообще обидно невидимую стену словить там, где должен быть проход к руне. Падла. Такс. Здесь нигде тоже никакого прохода нет. Это так, на всякий случай, я проверил. Да, механизм из трупов джетпак. Блин, хотелось бы на самом деле. Если бы можно так было из трупов джетпак собрать, это было бы очень круто. Опять почти. Я просто вон туда банально не доберусь. А, хотя, подожди. Я же могу сделать так. Вот. Другое нахрен дело. Такс. Мне попробовать отсюда, что ли, до тебя добраться? Я пролетаю сюда только вниз. Я не могу добраться до нее отсюда. Твою мать, слушай, как тогда до нее добираться? Это вообще пипец. А, я здесь не был. Окей. Не вопрос, ребят, не вопрос. Не дорос.
Вот мог бы я запрыгнуть вот сюда вот. Но нет, я не мог. Такс. Какая милая девочка, Свэгман. Я даже туда, куда я хотел, я добрался, но допрыгнуть до этой руны я все равно не могу. Как бы я ни старался сейчас. Либо до нее есть спецпроход, ну, либо я даже не знаю. Видимо, мне придется на одну руну в этой игре забивать. Это фак. Может, отсюда как-то можно будет спрыгнуть, хрен его знает. Но эта локация мне, по идее, доступна будет только позже, когда я вот тут вот пройду. И вот отсюда уже проходы вот сюда будут. Вот сюда. Тогда, может быть, и можно будет посмотреть. Но пока... Пока надо идти дальше, видимо. Все выше и выше и выше. Сказал я и прыгнул вниз. Да, все логично. Так, вот тут меня убили в прошлый раз. Окей. Здесь надо быть немного готовым, особенно вот к этим кокодемонам. Подлючим. Воу! Падла, я его просто в темноте нахрен не вижу. Жесть. Вот, контрольная точка, окей. Я его просто нафиг не увидел в темноте даже. Гребаная перезарядка. Так. Вопрос, нахрена я сюда пришел? Ответ, хрен его знает. Я просто убил несколько врагов, попинался бочку и пошел обратно отсюда. Окей. Там внизу раньше тоже проход был, сейчас внизу там нет нифига. Ладно. Ни в одно помещение комплекса, видимо, суммарно мне зайти просто нельзя. Поэтому мне надо просто идти дальше. Так. Там дальше броня должна быть. Броня. Где они? А, внизу. Броня и усилитель внизу. Это где? Подожди, это где? Я до нее отсюда не доберусь, она что-то слишком далеко. Я думал, что я на нее спрыгнуть должен, но нет, она сейчас от меня слишком далеко. Я на нее спрыгнуть пока не могу. Такс. Ну, по сути, у меня как бы выбор дается, да? Либо я иду сейчас туда, на маяк на верхний, либо я иду понизу, видимо. Одно из двух. Ну-ка. Те, кто пришел перед вами, и с кем вы работаете рядом, типа того, да. Мне разрешают пройти здесь через шлюз. По крайней мере, пока. Ой, здрасте. Какая милая тварь. Да нахрен шла. Еще! Да нахрен шла! Все! Ау! Да нахрен! Оу! Ни хрена я жопу пополам порвал! Not bad, not bad. Mm.
че она? Жопа. Так. Оп, еще один квест выполнил, not bad. Так, что у меня осталось? Все, эти все квесты выполнил. Секретов, правда, нашел очень мало. Это факт. Но тем не менее, квестики были. Not bad. Автокарта, давай автокарту соберем. Че бы нет. Мне нужен ключ. Вот что мне сейчас нужно. Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Спасибо, Вега. Капитан-адмирал, блин. Такс. Че, я думаю, здесь... Quad Damage. Ну, давай. Учитывая, что я не получаю урона своих ракет, с квад-демеджем ракетницы стало куда более комфортно. По-моему, кстати говоря, на том верхнем уровне, на котором я должен быть, на который я хотел попасть тогда, в прошлый раз. Раз, пи-пи-пи-пи-пи. Опс. Ок. Мне на него стоило просто посмотреть, он умер от того, что я на него посмотрел просто. Это забавно. Так, это, конечно, все хорошо, но подожди. Возможно, здесь были еще секретки. Да что значит возможно? Здесь 100 пудов должны быть еще секретки. Здорово, Архикраб. Если интересно, то вот, ну-ка. Не, это лень читать. Это, честно говоря, весьма лень читать. Да где вы, Ралки? Где-то одна тварь орущая, лол. Такс. Я, в принципе, вот в эту часть комплекса перешел, да? Я был вон там. Конкретно. Здесь переход прямой. То есть не обязательно через внутрь, да? Здесь переход чисто такой прямой есть. Здесь может быть очень много секреток, однако их стоит еще поискать. Я понять не могу, где эта тварь, которая на меня постоянно кричит. Вот ты где, жопа, а. Спасибо. Так, теперь чем? Вопросы, вопросики. Допустим, сюда. Ок. Ай. Колени! В прошлый раз я проходил вот отсюда, вон туда, да, прыгая по башне. Логично. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Внизу, вот, вот куда мне надо сейчас. Мне надо вот сюда, мне надо вот сюда. Ага. Это мегабуст, он дается изнутри. Здесь внутри какой-то проход есть. Значит, проход внутри... Нахера так пугать-то, ёперный театр? Нахрен шел? У меня еще музыка сейчас стоит достаточно громко, пугает? Пипец. Фу, такой будет вообще. Аж до мурашек, блин. Так, здесь пройти никак нельзя. Здесь вот куда надо проходить. И вот это, по идее, уже должна быть секретка. Или нет? Стоп. А, не, показалось. Так, подожди. То есть нет, да? То есть вообще нет.
Видимо, вот так вот надо. Каким-то раком. Крутая компенсация удара, бы ничего. Спасибо, я оценил. За ту руну, если я правильно понял, дает мобильность в воздухе. Нет, мобильность в воздухе никто, я уже получил. За ту руну я не знаю, что дает. Так, я их завалил здесь. Это хорошо. У меня, по крайней мере, сейф достаточно близко, если уж на то пошло. А туда мне, видимо, надо пробираться напрямую, да? То есть вот именно вот так. И я... почти. Надо не прыгать, надо очень аккуратно скатиться, а потом дабл-джампом допрыгнуть до этой секретки. Видимо так, по-другому я не видел никакого входа в нее. Ну и потом, из каждой секретки, помимо входа, должен быть и выход. И это будет самое интересное, откуда там будет выход. Да, кстати, мне доступны жетоны, жетончики. Давай вот так. Убить 5 рыцарей адов, попав в голову точной стрелой. Ок, не вопрос. Ведь, а вот это уже случайно было. Фак. Сам случайно соскользнул. Не, блин, здесь надо как-то очень аккуратно прыгнуть. Просто забей. Я просто не знаю, есть ли другой способ на самом деле. Хотя... Ну, да, чё это было? Ну ты тё, игра, ну ты тё? Чё это было, возьми, фу? Так, это интересно. Можно в воздухе стрельнуть в сторону и ускориться в нее. Хрена знает. Да, можно, но немного. Прикольно, лол. Ну давай, скажи мне, что это не секрет, твою мать. Есть секретка, отлично. Господи, каким извращением надо заниматься, чтобы секреты найти? Это просто забей. Причем, судя по всему, это реально вот... Это тот вход, который должен был быть. Пипец. И, видимо, здесь были монстры, потому что единственный выход оттуда это сюда. Пипец. Возьми. Да, а зацепиться не? Охереть. Спасибо. Короче, реально, надо жуткими извращениями заниматься, чтобы тебе в секретки попасть. Просто лютейшими нахер извращениями. Ой. Так. Я извиняюсь. Почти. Опять почти. Там, походу, невидимая стена. Да, здесь невидимая стена. Окей, я все понял, игроки. Зашибись, подкинула. Можно посильнее, пожалуйста? Спасибо. Нет, не хватает. Нет, тут невидимая стена тоже. Эгей. Никакой, блин, это полет фантазии, честное слово. Везде невидимые стены все закрывают. Кажись, мне сейчас придется немного кого-то застрелять. Где ты, летун хренов? А-а-а, у меня топливо всего одно, но... Окей, я передумал. Как скажешь. Вообще, по-хорошему, мне надо, конечно, кого-нибудь зарезать, чтобы получить патроны.
если уж на то пошло. А, не, я их получил, лал. О, грёбаный грибас. Ну, почти. Спасибо дробовику за это. Нахрен шла. Тоже мне. Жральник хренов. И это еще не все, а? Да, блин. Где? Имп, по-моему, да, вот он. И еще, видимо, один имп где-то остался. Так, этого я убил. Воу! Здрасте! Охренеть, сколько у этой жопы хп? Это просто забей. Ну добить, ну ты чё? Найс. Толстяк. Не-н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 е. Так, хорошо. Секретки-секреточки, только если дальше выходить. Да, есть вариант того, что вот отсюда придется на дальнюю руну спрыгнуть. А вот потом как обратно возвращаться, это большой вопрос, потому что, походу, это полноценный бэктрекинг по всей базе будет. Я же демонический глаз эстерки, не синдарин. Это какадемон, и он всегда был какадемоном. А демонический глаз эстерки он потом уже стал, понимаешь? Какая чудесная локация для того, чтобы ее пройти. С невидимой стеной на ней. И тут тоже невидимая стена. Окей. Вот примерно так же спидранеры, видимо, ищут уязвимости в играх. По поводу невидимых стен. Стой, падла, а то пропью. Оу. Окей. Ахалай, махалай. Где у меня прап здесь? Блин, это не тот прап, который я хотел увидеть, честно говоря. Я, кстати, забыл, что у меня гранаты есть, да. Гранаты — это прикольно. Так, допустим. Ты нахрен идешь? Еще. Все? Так, ладно, 200 брони, 200 кп я уже возьму. Топливо для бензопилы тоже пригодится обязательно. Я извиняюсь. Так, ракеты 0. Хреново. О, стой, 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 тебя же я, это, стрелой должен точно убить, точно. Пил. Отлично. Первый хэдшот со стрелы пошел. О-о-о, здрасте. Да ты запарил же в меня стрелять. Курсифан, вежливее быть надо. Невежливость, она помогает многим, поверь мне. Так, мне надо, по сути, уйти туда, окей, хрен с ним.
Оп. Куда делся мой проапик? Куда он улетел? Вот в чем вопрос сейчас. По-моему, куда-то сюда можно было в свое время забраться. Я могу сейчас ошибаться, в принципе, но, по-моему, можно было. Например. Ну, например. Ну, допустим, невидимая стена. Так-с. Там явно секретка вот в этом месте. Окей. Там я аптечку не посмотрел. Это нормальное явление. Туда я сейчас должен буду пройти как раз чуть позже. Через вот эту дверь. Че, неужели здесь ничего не будет? Брось. Не может быть такого, чтобы здесь только невидимая стена была и все. Хотя на самом деле похоже на то. Так, стопэ. Вот он где. Так, стопэ. Ага. Окей, наверное. То есть идти мне по сути надо туда сейчас обязательно. По-моему, как-то вот этой фиговиной можно было управлять. Типа того. Так-с. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди. Вот, да, спасибо, так намного лучше получается. Секретик. Секретики-секретики. Иди сюда. Что мне теперь надо? Раскручивать или турелить? Раскручивать. Ок. Шлеп. Неплохо. Так, и теперь заодно. Что мне можно через раскрутку? Скорость взрыва значительно увеличивается. Пули пробивают цели насквозь. Хорош. Да, это хорошее улучшение. Пробивающий насквозь пули с пулемета, это, блин, всегда хорошее решение, я считаю. Сейчас немного популеметаем. Иди. Так, во-первых, где я? Ага, так, стопы. Вот. Ок. Чат изи. Так, и вот, теперь отсюда. Блин, здесь даже спуск специальный, чтоб ты как идиот, блин, перепрыгнул туда, где стоит руна. Нахера я, собственно, так сильно пытался, черт его поймет. Охренеть можно. А все вот настолько просто оказалось, серьезно. Ты просто забей. Так, что у нас? Уничтожить из боевого дробовика все цели за отведенное время. Уровень здоровья критически низок, пользуйтесь броней, чтобы выжить. Так. Тупая секретка для дебилов. Надо было просто вовремя пойти в другом направлении. Вот и все. Один хп, однако. Окей. А, в меня тут импы стреляют по КД. Воу! И не только импы. Ни хрена себе, как бы. О, вау! А вот его я точно здесь не ожидал ни хера увидеть. И тебя я тоже здесь не ожидал ни хера увидеть. Сволочь. Просто забей. Зверские убийства дают броню. Окей, сейчас попробуем. Вообще броня-то тут по сути валяется еще до кучи, понимаешь? Нет, зверские убийства не дают тебе ничего. Ни хп, ни броню.
броня просто валяется вот здесь вот. И она типа тебя спасает как раз. Здесь все дело в том, насколько ты типа хорошо уворачиваешься. Вот от этой твари особенно. Но еще со зверского убийства ее, естественно, проще забрать, чем просто так. Тихо. Ау. Оу, время подходит к концу. А, не, ну почти подходит, окей. Оказывается, можно было ПКМ зажать и выпустить три снаряда одновременно. Зверски убитые демоны оставляют броню. А вот это, кстати говоря, уже неплохо. Почему бы и нет? Это награда. Я понял, никто. Окей. А добить для брони? Нет, добивать для брони не обязательно было. А вот награда, когда зверски убитые демоны дают броню, не только ХП, видимо, но и броню еще. Это весьма неплохо. В прошлый раз, когда я чисто сам проходил Doom, да, я такого не получал. Это прикольненько, это прикольненько. Испытание для улучшения. Получите 2500 единиц брони. Хереть. И вот здесь же, опять же, как для дебилов, блин. Маленький проходик ко мне. Плюс здесь начали работать вот эти вот прыжки. То есть, если я как даже полный дебил упаду вниз, меня все равно проведут наверх. Просто охереть. Тительно. Эх, Doom, такой Doom, честное слово. Так, ладно. Здесь есть наверху аргент энергии. Хочу я получить, естественно. О, подожди. Но мне должна засчитаться на самом деле теперь она. То есть у меня... Подожди. Какого хера? Все. Заряды взрывчатого вещества теперь закреплены на корпусе ракеты, благодаря чему при дистанционном подрыве та не уничтожается. Найс, я прошел это дело. Это очень хорошо. Теперь, когда я подрываю дистанционную ракету, она продолжает, собственно, врезаться в скалу потом. Найс, весьмайс. Такс, где ты? Вон ты там, аргент, ячейка, я вижу тебя прекрасно. А если я до тебя изначально попробую добраться, то мне, по идее, никто не помешает это сделать, если только не... Оп! Здрасте. Блин, это даже не секрет, походу, Фэр. Это так, на внимательность, даже не секретка. Эх, секретки, хочу секретки. Больше секреток, богу секреток. Фэр. Оу. Ауч. Ну и, кстати, по поводу внимательности. Видимо, туда реально было запрыгнуть только так можно. Если уж на то пошло. Такс. Мне надо теперь тудой. Мне, видимо, здесь надо получить ключ где-то. А потом надо тудой. Окей. Такс. Ага. Ага. Угу. Иги. Иги. Та-дам. Ей, второй хэдшот, найс. Воу. Ни хрена их тут. А, че такое ускорение, по-моему, да? Врум-врум, мазафака. Ну-ка, сердечко, здрасте. У меня ракета в итоге наносит двойной урон. И при взрыве, и прямым попаданием. Ауч. О, мне кто-то по жопе дал. Типа того.
Not bad. Хотя, подожди. А, тут 5 топлива надо, лау. Окей, не вопрос. Просто стоять и унижать с пулемета. Чё еще? Уже нет. Окей. Такс. Секретки, секретики, как о демона я вижу, окей, да? Так, меня внизу на самом деле там броня ждет, как бы. Но я думаю, что я туда еще пойду, потому что у меня там дверь освобождается. Здесь наверху у меня должен быть. Ага. Вот она у меня карта. Спасибо. Такс. Супер дробовик у меня попутно. Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Она не хотела, чтобы я ей помешал. Такс, одно но. Здесь есть секретка. И секретка, она где-то вот тут наверху. Оп. Хилю. Классно. Такс. Плюс к этому. Здесь есть еще вот эта вот хренотня, которая мне нужна как раз. А спускаюсь я. Спускаюсь я вроде нормально. Окей. Ай. Такс, хорошо. А броня находится, кстати говоря, здесь. Вот тут она... Нет. Стоп. Подожди, и где? И лол, и как? А, оу. Окей. Вот так. Подожди, это еще не секретка? Серьезно? Эй! Читеры! Это не секретка была. Обидно. Ну что, мне ловкость скачать, что ли? Или мне сейчас скачивать ловкость, или мне кажется, чего система снаряжения. Я думаю, не. Я думаю, мне нужна ловкость. Да, ловкость вкачаем. Хорошо. Такс. У меня остался один секрет на этом уровне. И этот один секрет я так очень-очень сильно подозреваю. Уровень первого дума. Потому что сказано было, что в каждом уровне дума есть проход на первый уровень дума. Такс, вопрос. Проход на первого дума всегда рычаг. Всегда рычаг, который ведет на уровне первого дума. Может ли... Ну, и чаще всего это тот уровень, где я не был. Вот может ли это быть он? Я думаю, вполне себе. Больше нигде мест, где бы я ни был... Нет, только здесь, внизу. Возможно, это и есть проход на уровень первого дума. Здесь, по идее, меня ждет уже выход. Да, там ждет поезд. Там финальный бой, давайте я ее пройду. Там финальный бой за... Эту. За поезд и, собственно, вот. То есть, если все облизывать, то к финальному боссу будет полная прокачка? По идее, да. По факту, хрен его знает. Вообще, здесь есть даже ачивка получить... заполни все аргент вот эти ячейки у тебя, понимаешь? То есть, чтобы у тебя и броня была максимальная, и здоровье максимально, и патронов максимально. Ачивочка такая отдельная есть. А, и все? Окей. Просим занять места. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК. Ну что, давай бэктрекнемся немножко.
Такс. Значит, куда меня бэктрек ведет? Единственное место, которое я не прошел, вон там внизу. Вот сюда меня ведет дорога испытаний, пока мне не прострелит колено. Сдается мне, что рычаг может быть здесь. И, по-моему, я там уже был вокруг. Возможно, это даже то самое место, где Лоу думал, что там есть рычаг. Но там рычага не оказалось. Но, в принципе, мне кажется, что он там может быть. Так, как мне выйти теперь отсюда? Вопрос. Ага, вон туда мне только выйти можно. Окей. Ну или не совсем окей. Отсюда я пришел сюда конкретно. Отсюда у меня выход. Не, подожди, лол. Это же выход прямой. Да, это выход прямой, это я идиот. Так, значит, мне вон тудой. Вот, да. Видите, то есть и гаусс-пушка у меня есть с фулл патронами. И здоровье у меня, в принципе, фулл, поэтому меня никто туда на реген не пускает. Так, проверить я хочу зону, которая находится фактически подо мной. Здесь, кстати, часто вот в таких вот местах бывают рычаги. Очень часто, я бы сказал. Здесь конкретно рычага нет, окей, да? Вроде как с самого начала не все очень хорошо зашло. Зато потом оказалось, что секрет остался всего один. И это переход на первый уровень Дума. Такс. Да, отлично. Такс. А нафига этот проход здесь, интересно? Если в нем нифига нет. Ну, кстати, я сейчас хожу по самому низу, на самом деле, я не прав. Вот сейчас я хожу по самому-самому-самому низу. Здесь нет уровня первого дома. Тихо, не падать. Вопрос стоит весьма конкретный. Иди. Так. Что это за место? Марс, что ли? Да. Это Марс. А, подожди. Лестница? Стоп. Такс. Неужели здесь были враги, потому что здесь уровень из первой Doom? Мне кажется, что да, слушай, лол. Такс. Где-то на этой локе, по идее, должен быть рычаг тогда. Где-то конкретно на этой локации должен быть тогда рычажок. Главное внимательно смотреть, а не как всегда. Не-не-не-не, мне кажется, что на этой локации должен быть рычаг. Если эта лесенка так странно отображена, вот это вот, она, возможно, ведет к уровню первого дома. Но для этого ее надо открыть, а для этого мне нужен рычаг. Если бы здесь пылище еще такое не было, было бы намного лучше. Потому что не видно ни хера. Здесь тоже нифига нет. Здорово, Шварц. Да,
Блин, ну я буквально уверен, что он здесь должен быть. Я его просто не могу найти. Ребят, вы если рычаг сами видите, вы мне говорите. Потому что вполне может быть, что я слепок. Я буквально зуб готов отдать, что вот за этой дверью уровень первого дома. Хотя зубы мне, конечно, еще нужны, возможно, я не прав. Но мне кажется, что именно где-то здесь должен быть рычаг. На этом уровне просто было три моба, которые меня решили атаковать вообще безо всякой на этом причины. Я думаю, что причиной вполне может быть уровень первого дома. Здесь невидимая стена наверху. Окей. Так, недалеко от начала уровня запрыгните на платформу и найдите рычаг за ящиком. Дверь откроется внизу под этой платформой. Такс. Я, видимо, не прав, да, Ней? Такс, ну-ка. Где это условное обозначение, которое ты мне только что показала? Те, кто пришел перед вами, и с кем вы работаете рядом, Недалеко от начала уровня запрыгнет на платформу и отметите рычаг за ящиком. Я пытаюсь вот эту вентиляцию найти, в которой он говорил. Вот здесь конкретно я этой вентиляции не вижу. То есть она явно на стене, да, он находится внизу, он видит эту вентиляцию. Где-то на стене. Я ее здесь на стене не вижу. Вполне возможно, что это действительно сам... Вон она. Но это, по крайней мере, единственное, что похоже на ту вентиляцию. Но она немного похожа, но она, по-моему, не с той стороны, с которой должна быть. И здорово еще раз, Хеги. Так, стоп. Давай наверх. Так. Окей, на. Да, еще посмотрим. Там это вентиляция. По-моему, это та вентиляция, кстати говоря. Так. В итоге я столько раз возвращался в то самое начало, и, видимо, не зря. Допрыгнул. Найс. А, нет, это не та вентиляция, походу. Косяк, косяк. Нет, это не та вентиляция. Ладно. А если... Подожди. Здорово, Дример. Блин, эта вентиляция как-то должна высоко располагаться. Здесь она не высоко. Здесь она везде близко. Так, подожди. Я закрыл выход с той стороны и загрузился, видимо. И мне выход сюда больше недоступен. Мне не дает на начало пройти больше. Лол. Серьезно? В итоге мне выход на начало просто недоступен, да? Зашибись, зашибись. То есть мне... У меня выбора нет, да? Мне придется без этой секретки оставаться. Без уровня первого дома. Потому что я не могу туда пройти банально. Тебя невозможно на наушник смотреть, только не смотри. Я же не против, как бы нифига. Шаг, что за представители ОА? Как аббревиатура ОКР расшифровывается? Объединенная чего-то там корпорация. Да, кстати, это реально самое начало, самое-самое. Так лучше, спасибо большое, Нейз, за скрин. Здорово, сметанка, это реально самое-самое начало. Я туда сейчас никак не заберусь. Если, подожди, если только. Да нет, не заберусь, я думаю, у меня ни единого шанса нет. Я, конечно, посмотрю, но, по-моему, ни единого шанса у меня нет, вообще. Thank you.
Это надо умудриться с самого начала сделать. Вон там вот это место, короче. Вот это вот место. Вот оно. Но я сейчас даже если очень сильно захочу, я в начало никак не попаду. Объединенная аргент-корпорация вполне может быть. А дверь у меня закрыта теперь. Ну, то есть, вот с этой стороны у меня дверь закрыта. В итоге я на начало даже... Если бы я мог попасть через дверь, окей, изи. Да? Но в итоге сейчас я никак туда не могу попасть. Эх, Жо-Жо. Блин. Я никак туда попасть не могу. Я никак не могу... секретку открыть в первом уровне Дума. Вон там вот ящик как раз, за который надо... Курс Фэн, будь скромнее. Ну или меньше пиши в чат. Поверь мне, тебе это надо. Детям лучше меньше писать в чат и больше учиться у обычных ребят. Ты же пришел на незнакомый тебе стрим. Тебе лучше просто посмотреть сначала, как люди на стриме общаются, нежели пытаться навязывать свои рамки прохождения игры, либо самого непосредственно общения. То, как ты сейчас общаешься, не принято у меня на стриме. Я надеюсь, так тебе будет понятнее. В следующий раз подготовимся. Да не, не надо, ну... Но здесь я сам виноват, конечно. Но... Я просто... Если совсем уж тупняк, да... Тогда я пользуюсь подсказками, но если не совсем, я предпочитаю подсказкам все-таки не пользоваться ней. Вот сейчас был совсем тупняк, и да, казалось, что с самого начала, причем путь на самое начало заблокирован, чего обычно в Думе не происходит. Вот, ну, сейчас что поделать. Значит, заблокирован, значит, бывает. Прикольно. В принципе...